Здрасте. Вперед. Здравствуйте. Вызывали Дедов Морозов. Депутаты Магаданской областной и городской дум вручили магаданским детям подарки. У Любови Шелкновой 5 детей. 3 своих, 2 под опекой. Самой младшей 2 года, старшей 18 лет. По словам многодетной мамы, такой сладкий сюрприз было приятно получить и ребятам, и ей самой. Конечно, очень приятно. Всегда приятно получать подарки. Тем более, это самое приятное это деткам, да, Аня? В преддверии Нового года народные избранники постоянно радуют маленьких магаданцев сладкими призами. Большое внимание уделяют многодетным и малообеспеченным семьям, а также тем, кто обращается к депутатам в рамках акции «Собери ребенка в школу». Но, разумеется, если есть заявление от иных уже деток, то мы никого не игнорируем. У нас по проекту до Нового года где-то в пределах 70 человек по избирательному округу номер 1 мы будем вручать сладкие подарки нашим маленьким магаданцам. Посещение семей заранее согласовали с родителями. Депутаты стараются создать новогоднее настроение для деток. По словам народных избранников, главное в этих визитах – обрадовать маленьких калмычан. Вот начинаем создавать настроение деткам. Как в данном случае вот семья переезжает, все на ходу, как бы некогда собраться к новогодним торжествам. Вот мы начинаем вот этот процесс, вот раз, 4 деток высыпали конфеты, хорошо, родители улыбаются, и нам на душе тепло и приятно, потому что в итоге все, что мы делаем, это в общем для того, чтобы было радость у детей. Поэтому всех с Новым годом, надеемся, что настроение, невзирая ни на какие обстоятельства, будет хорошим.